Мы уже на 8-й яме. 9-я. Опа! Хей, здорово, чуваки, с вами, как обычно, я Ралюха, и добро пожаловать обратно в GTA-шечку 5 на ваш любимый экспериментик, ребята. Это глубокие ямки с водичкой. Напоминаю, ребят, всего 10 ям. Это первая, она очень-очень-очень неглубокая, да. Потом вторая поглубже, третья поглубже, четвертая, пятая, вот такая, ребята. Это ровно середина. Потом шестая, седьмая, восьмая яма, девятая и, ребят, самая последняя ямка, десятая. Она мега глубокая, и нам нужно доехать до самого финиша. Вот сюда, до конца, ребята, на наших сегодняшних машинках. Ребят, какие у нас сегодня тачки? Смотри, у нас сегодня Шевроле Пикадорчик, потом Нива Урбан, потом вот такой пикапчик, смотри, зелененький. Дальше у нас, смотри, Land Cruiser, потом Лего Оффроуд тачка, такой внедорожник, смотри, из Лего, еще и с мигалками, наподобие какой-то такой, знаешь, пожарный внедорожник. Потом у нас Альфа Ромео, такая вот четкая, потом лимузин Майбах, озончик, ребят, фургон, озончик, посмотри, озон, блин. Потом у нас Буллет, GT тачка. Потом у нас вот такой просто бронетранспортер, блин. Пожарная тачка, смотри, КамАЗ, реально такая. Просто офигенская моделька. Автобус, Мазик, потом i8, ребят, самый длинный лимузин, i8. i8 именно, ребят, то есть это не самый длинный лимузин, а это i8 бэха, лимузин, самая длинная. Вот, именно вот такая бэха. Потом у нас идет вот такая багги, ну такая, знаешь, как бы бум-бум, такая военная. Она самая вкусная у нас сегодня. Сегодня, ребята, огромный просто мегалодон. Просто глянь, он капец какой гигантский. Он капец какой гигантский, да еще и плюс он, ребята, на пилах, ребят. На колесах пилах, которые просто будут все рубить и так далее. Просто глянь, мегалодон. Просто капец. Блин, а он страшный, ребята, капец какой. Ребята, всем приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете. Обязательно смотрите видео до конца. Ставьте лайкосик прямо сейчас и подпишись, если еще до сих пор не подписан. Ну а мы погнали тестировать наши тачки. Узнаем, какая докуда доедет. Погнали сначала на Ниве Урбан. Вот такая вот крутая, садимся. Диски, кстати, вау, что за диски крутые. Вообще заряженная тачка. Ну что, все готовы? Лайкосами зарядили. Мы, ребят, погнали. Так, первая ямка, в принципе, она легкая. Берем так, опачки, изи, изи, изи. Вау, фига, аж весь экран мощный. Это что еще такое? Ты видал эти капли? Вот они до сих пор на экране. А такое было разве раньше? Не понял. Так, погнали дальше. Опачки, вау, проехали. Вообще четенько. Так, это мы проехали только две ямки, ребята. У нас еще их, и у нас еще их просто 8. Просто. Так, да, на третьей ямке, ребята, это самая первая сложная ямка. Даже не знаю, как ее проехать, потому что она очень глубокая. Погнали. Опачки, ёшкин дрын, ребята. Не Васик, ты чё? Ты чё делаешь? Давай, в четвертую поехали. Опачки. Ё-моё, закрутило. Ой, ребята, походу тачка заглохла. Ребята, тачка реально заглохла. Ты посмотри. На четвертой, кстати говоря, яме с водичкой. Это, ребят, для первой тачки опупенный результат. Чё я могу... Ой, чё я могу сказать? Машинка, ты давай меня не подводи. Беру и сохраняю. Все. Так, погнали дальше, ребят. Телепортируемся и поехали дальше. Так, погнали теперь проедем вот на таком вот зеленом пикапе. Конечно, старый, но, в принципе, мощный. Так, поехали, посмотрим, насколько он хорош. Так, поехали. Опачки. Раз. Нормально, нормально, ребята. Аккуратно. Самое главное, это аккуратность, как бы, чтобы все было четко. Опа-на! Капец воды, весь экран. О, заглохла тачка. Ребята, заглох пикапчик, заглох карасик на третьей ямке. На третьей водичке, как бы. Мы его тоже тут сохраняем. Ну, блин, вот Нива Урбан меня капец как удивил, потому что для первой тачки 4 ямы. Вася, это как так? Это как так? Так, Шевроле Пикадорчик, так, садимся. И давай, погнали. Опа, 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 опа. Все, топим. Топим, топим. А чё она какая-то? Она без звука. Тачка беззвучная. Хорошо. Походу она это самое. Электро. Электрокар, пацаны. Вау. Давай, давай, топи. Топи, топи, топи. Четвертая. Давай на четвертой. Нормально проедешь? Ё-моё, ребята. Капец. Нет, нифига не нормально. Ты посмотри. Реально, просто на четвертой, получается, ямке мы заглохли на этом шевике. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей, давайте там его сохраним. Вот так вот, опачки.
Все, замечательно. Ну, в принципе, ребят, до четвертой ямки это очень даже неплохой результатик. Так, ладно, переходим к следующей линии машин. Тут у нас гораздо покруче. Так, давай мы возьмем и затестим сразу лего-тачку. Лего-внедорожник. Я надеюсь, он хороший. Так, погнали. Ребята, ну все же лего собирали. Все же лего собирали, да? Вот напиши, собирал ли ты лего? Любишь ли ты лего собирать? Да-да, нет-нет, как бы напиши в комментарии. Да и вообще, тем более, ребята, комментарии пишите, потому что комментарии я читаю, лайкаю. А самые крутые комментарии попадают видосик, самый крутой комментосик, ребят, попадает в король комментариев, ребят. То есть, если ну, в видосик заходишь, то пиши комментик. Все, мы с тобой договорились. Так, ребята, все, погнали мы на лего-тачке. На лего-тачке, тачки-тачки. Надеюсь, она хорошо проедет. Опачки, первая ямка. Блин, лего-тачка вообще какая-то еле едет. О, нормально, воды нету. Идеально. А что, лего-тачка просто тормозит почему-то. Ну ладно, ладно, нормально. Поехали. Опачки. Опа, опа, опа. Давай, 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 давай. Ёшкин дрын, ребят. Она заглохла на третьей яме, ребята. Это очень плохой результат для тачки со второй линии машин. Ребята, отвечаю. Просто отвечаю. Это фиговый результат. Погнали-ка дальше. Я уверен, что есть покруче тачки. Вот, например, ребята, Альфа Ромео. Так, садимся в Альфик. И погнали, заводим. Вот эта тачка, ребята, уже заряженная на успех. Заряженная. Вау! Заряжена на скорость. И она должна... Вау! Хорошо проехать. Четвертую ямку. Изи. В пятую, смотри. Уже в пятую просто перелезаем. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Тяни, 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 карасик, тяни. Опачки, замечательно. Так, в шестую. Давай, Альфа-Ромео, не подводи меня. Ё-моё. Давай, давай, поехали, поехали. Топим, топим. Топим, топим, топим. Блин, ребята, она заглохла просто. Она реально заглохла. Что-то я икнул, ребят, я извиняюсь. О, рыба плывет. Чего? Рыба? Рыба. О, карасик, ребята. Карасик реально. Приплыл карасик. Это чётенько. Так, ладно, погнали. Опачки. Реально к нам на эксперимент рыба заплыла. Так, ну ладно. Шестая яма. Альфа-Ромео. Это, ребят, шестая яма. Ну, в принципе... В принципе, пойдет, ушки, пойдет. Так, погнали мы вот на вот этом ленд-крузере. Я надеюсь, он хорошо проедет. Он такой желтенький, красивый, реально. Такой яркий, сочный. Еще и внедорожник плюсом, ребята. Поэтому эта тачка по-любасу должна проехать хорошо. Я на это реально надеюсь. Потому что если фигово, то мне... Я буду очень сильно расстроен. Так, нормально. Нормально. Брызги фигарят просто и так, ребята. По всему экрану вода разливается. Реально, даже на экран попадает, ребята. Это не у вас. Экран мокрый. Это в GTA 5 экран немножко мочится. Ё-моё, седьмая, ребята. Мы уже в седьмой яме. Прикинь. Давай, давай, давай. Давай, Land Cruiser, пожалуйста. Хотя бы до восьмой. О, еле едет уже, ребята. Тачка уже еле едет, но нормально, нормально. Давай, 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 давай. До восьмой. Yes. До восьмой дотянули. До восьмой мы дотянули. И давай, 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 топи. Ну давай, едь! Ну, тачка, давай! Не, ребята, не хочет она больше ехать. Но восьмая яма, это на минуточку. Это еще девятая, десятая, и мы были бы на финише, ребята. А видосик-то идет 8 минут, прикинь. А мы бы уже были бы на финише, офигеть. Но, к сожалению, нет. Нет, еще раз нет. Восьмая яма, это пока что не то пальто. Надо до конца. Так, погнали теперь мы на вот этом лимузине. Получается, садимся мы в лимик. Опачки. Давай, Майбах, Мерседесик, покажи, на что способен. Ё-моё! Не, ну смотри, едет очень уверенно. Начало очень уверенное. Третья ямка. И чё-то, ёшкин-матрёшкин. Давай! Вау! Офигенно! Только не переворачивайся, лимузин. А то я знаю, ты умеешь переворачиваться. Давай, о... Понятно. Ё-моё, лимузин, блин. Только до четвертой ямы проехал. Прикинь, вот это. Вот это какашка. А я думал, побольше проедет. Нет, ребята, нет, нет, нет. Ну, ё-моё, это очень тяжко. Сегодня очень трудный эксперимент. Так, ладно, все, взяли себя в руки и погнали дальше. Давай протестируем вот эту машинку. Это, ребята, Bullet GT называется. Легендарная тачка. Просто вот если знаешь, из какой это машина игры, то прямо сейчас пиши в комментарии обязательно, потому что только алды, только самые такие, я не знаю, старички знают, из какой игры эта тачка. Если что, пиши в комменты, да. Разрешаю загуглить. Ладно, уж, ладно, так и быть. Фига она летает! Фига себе она летает! Опупеть!
Вот это да! Четвертая яма, и тачка едет. Так, а может нитро ускорение? Нитро! Нитро! Давай, давай, давай! Погнали! Вылезай из пятой, из пятой, из пятой. Из пяточки вылезай. Опачки, раз. Шестая. Шестая, шестая, давай, погнали, погнали, погнали. Ну, ёшкин дрын, ребята. Давай, на колесики встали и почапали. Давай, булет, булет, булочка, булочка, давай. Ё-моё, седьмая! Ребята, она заглохла. Она не отзывается на кнопки. Ё-моё! Ну, блин, так подожди, а чё я? А чё я переживаю? Седьмая яма. Вот на этой тачке, прикинь, это вообще, считай, легковушка, блин, гоночная. Ну, блин, ребят, ну, во-первых, результат реально похвальный. Ладненько, нормально, зато мы видим, какая тачка докуда доезжает. Ладно, как бы, седьмая ямка, это уже больше половины, больше пяти, это уже топ. Так, погнали мы на озончике вот этом вот, погнали, доставочка. Так, давай, доставляем, получается, подписчикам новую одежду. Во, вот так, давай, доставим. Или не доставим? Я постараюсь, ребята. Постараюсь, чтобы тачка не заглохла. Постараюсь доставить. Держим кулачки. Во-первых, напиши в комментарии, что я везу сейчас. Вообще, вот угадай. Вот что ты хочешь, чтобы я сейчас вез? Вот просто в комменты напиши. Давай, а я постараюсь довести. Постараюсь довести, чтобы тачка нормально доехала, ребята. Чтобы все было четко. Так, ну едет пока уверенно. Пока мега уверенно. Пока ой, как уверенно. Шестая яма. Внимание. Внимание, внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за понимание, ребята. Так, давай. Седьмая ямка. Седьмая. Залетаем. Давай, давай, пожалуйста, озон. Озон. Нужно подписчикам довести одежду, ё-моё. Нужно заказики развести. Или там кто-то, ребята, из вас PlayStation заказал пятый, или iPhone. Ну вот, напиши, что ты заказал, вот я сейчас везу, как бы. Напиши, что ты заказал вообще. Я довезу или не довезу? Так, подожди, чё? Он едет! Ребята, девятая уже яма! А я до сих пор еду, это как? Это как? Это вообще, что такое? Это что за читерство? Давай, озончик, блин, пожалуйста. Давай, 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 давай! Офигенно! Десятая яма, и реально, ты посмотри, озоновская тачка сейчас даже вот такую глубокую лужу проедет. Ты посмотри, глубокую яму. Вот что значит озон, ребят, реально довезли четенько. Опачки, ребята, ну кайф. Ребят, не переживайте, заказик я вам как бы довез. Все хорошо, все ваши заказики в целостности и сохранности. Ну чуть-чуть, наверное, водички накапало, а так четенько, прикинь. Вот это все, ё-моё, даже десятую яму. Озоновская тачка проехала. Вот это все. Вот это. Ты можешь себе представить? Я вот, если честно, не могу. Это просто капец. Первая тачка, ребят, на финише. Погнали на бронетранспортере, ребята. Так, садимся. Так, заводим. Опа, опа, опа. Все, четенько, поехали. Вот эта тачка уже должна просто ехать. О, да, ребята, она вообще... Ребята, это читерская тачка. Это реально читерская военная тачка. Она даже, знаешь что, она даже не тормозит. То есть вот вода, она же тормозит, в принципе, да, любую тачку. А ты посмотри, как эта тачка. Чё это такое вообще за бегемотина? Ё-моё, тихо, не вылети с трассы. Девятая яма, чё? О май гад! Ребята, чего? Это мега изи. На этой тачке очень просто было. Давай! Вау, ребята! Да, на этой тачке мы очень легко добрались до самого финиша. Ты представляешь, вот на вот этом бронетранспортере. Это просто капец какой-то. Две тачки уже есть. Две тачки на финише. Не, ну вот это, конечно, это вообще мега чит, я вам отвечаю. Реально, тачка настолько легко взяла, проехала, даже нигде не затормозила. Это надо уметь. Следующая линия машин. Давай еще одну багги сразу мы затестируем. Вот такую вот, ребята, вот такую вот. Такая странная машинка, конечно. Ну ладно, ничего страшного. А, тоже вроде она очень даже мощная, но еще без крыши, конечно. Конечно, всю тачку затопит, наверное. Так, погнали, опачки. Так, нормально, слушай. Нормально едет, но вот там эта тачка, ребята, уже тормозит. Да, эта тачка уже тормозит, как бы. И давай, ой, а чё так? Она еле едет, пацаны. Она еле едет, чего? Ребята, давай, давай, давай. Давай, едь. Ребята, она заглохла. Что? Она на пятой яме заглохла. Ребята, ну это уже ни в какие просто ворота. Просто ни в какие ворота. Это что такое? Фу, дристопшонка какая-то. Ладно, погнали дальше на автобусе. О, на Мазике. Маз, ребята, легенда. Легенда. Погнали, все, готовы? Я почапал. Я поехал на автобусе. Все, поехали. Опачки, раз,
первая. Ребята, везу подписчиков тоже, да. Везу подписчиков. Остановка Ралюха. Да, остановка Ралюха до остановки... не знаю, до остановки... глубокие ямы, во, вот так. Ну мы уже как бы по этим ямам едем, да? Такая вам небольшая, ребята, экскурсия. Вот напиши в комментарии, ты со мной сейчас едешь в автобусе или нет? Едешь или нет? О, смотри, о, везу подписчиков, ребят. Седьмая яма, тем временем на автобусе. И автобус, кстати говоря, уверенно едет, ребята. Ща, довезу, пацаны. Не переживайте, я вас не потоплю. А-а-а, едь давай. Ё-моё, ребят, мы с вами не утонем, как в Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Мы не на Титанике, мы на мазике автобусе. На карасике, ребята. Опа-на, десятая. Десятая яма. Внимание. Ё-моё. Ребята, и мы десятую яму взяли. И преодолели. Вау! Это офигенно. Третья тачка на финише. О май гад, ребята. Это просто опупенно. Довезли всех подписчиков. Да, опупеть. Так, погнали дальше, ребята. Теперь давай затестируем вот эту пожарочку. КамАЗ пожарка. Ты куда? Ты куда, братан? В пожарку садись. Куда ты пошел-то? Я что-то не понял, ребят. Пожарка залагала. Ладно, сядем вот так. Все, ребят, поехали. Поехали мы на пожарочке. Вот такая тоже моделька. Просто опупенно, офигенская. Поехали, затестируем ее, насколько она крутая по проходимости. Это же все-таки КамАЗик. А КамАЗики, как ты знаешь, в GTA 5 они вообще офигенно и замечательно едут под водой. Да, ребят, смотри, он даже не тормозит. Он под водой ускоряется. Вот это я понимаю. Интересно, а есть какая-то тачка легковая, которая тоже очень просто проедет под водой? Вот если ты знаешь, напиши в комменты. Девятая яма. Чё? Так быстро? Мы уже на девятой яме? Чего, ребята? Это как? Ребята, это четвертая тачка уже. Капец, это как? Чё-то это как-то очень просто сегодня у нас получается. Ребята, четыре тачки, смотри. КамАЗ, автобус, озончик и бронетранспортер. Офигеть. Так, окей, короче, погнали мы на вот эту тачку. Бэшечка, ребят, бэшечка Ай-8. Тут, наверное, она в длину метров 10-15. Я не знаю, ребят, примерно. Ну, да, 15, наверное. Так, а мы, ребят, погнали. Мы погнали на лимузине. На лимузине. Раз. Давай, едь, братан, едь. Нитро есть? Давай с нитро. О, с нитро ускорялочками. Погнали. Не тормози, сникерсни. Давай. Сникерсни, не тормози. Едь. БМВ. Ну давай, БМВ, не подводи. Ты же БМВ. Ты же БМВ. Давай. Ё-моё. Чё такое? Шестая яма, ребят. БМВ на шестой яме просто что-то фиговенько едет на самом деле. Вот именно вот это. Давай вот я нитро поддам. Нитро, ускорялочку. Я пытаюсь, ребят. Но она, кстати говоря, не глохнет, ребята. Вот что-что, а тачка реально даже не глохнет. Вот это просто нонсенс. Это как? Это как, ребята? Я don't panimation. Satisfaction, don't panimation. Понимаешка, всем приветик. Да, получается восьмая яма уже, да, прикинь? На восьмой. Мы уже на восьмой яме. Так, девятая. Опа! Опачки! Девятую ямку, блин. Она заглохла, ребята. Тачечка заглохла. Вот тебе и лимузин. Ребята, у нас все лимузины проезжали нормально, а вот эта раскоряка до конца решила не проезжать. Вот осталась-то десятая ямка. Ну да. Ну, блин, ребят, капец. Просто кирдык, но, ребята, зато мы уже подошли к самому главному, ребята. Это огромный мегалодон на пилах, ребята, да. На пилах, как же он тут сейчас проедет? Сейчас мы, ребятушки, и узнаем. Садимся. Ох ты ж, ё-моё, это чё такое? Смотри, какой он просто гигантский. Он нереально огромный. И сейчас мы на этом мегалодоне пойдем. Все, ребята, я просто надеюсь, что вы подписались на канал, на мой телеграм-канал. Лайк поставили, ребята, обязательно. Давайте, я жду. Я жду и еще раз жду. Погнали, все, я поехал. Первая ямка, изи, ребята. Просто изи. Вторая, это даже воды не вижу. А, есть вода, реально, смотри. Третья! Вообще, чё за аппарат? Четвертая, легко. Смотри, пятая.
Ну вообще, как по маслицу, как по маслицу. Карасик плывет. Это, ребят, это не мегалодон, реально. Это карасик, окунечек. Не, ребята, это красноперочка. Все, ребят, поехали. Восьмая уже. Прикинь, девятая. Смотри. Смотри, как мы уже глубоко. Но акула, она плывет. Она на той и акула мегалодон. Что она все проедет, ребят. Последняя яма. Десятая. Десятая, смотри, внимание. Ох ты ж, ё-моё! Это просто опупеть! Ребята, мы все проехали на мегалодоне, абсолютно все. Напиши обязательно в комментарии, какая тачка тебе сегодня больше всего понравилась. Мне мегалодон, ребята, и, конечно же, бронетранспортер. Че это вообще было? Да и вообще пиши, какие тачки мне еще протестировать в GTA 5 на экспериментах. Ребята, ну а с вами был Райлюха. Большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самые лучшие, ребята. Всем желаю удачи, не болейте и до скорого. С вами был, ребята, Райлюха, да. Всем удачи. Еще раз и пока-пока!